грамотно звоним горка. Горка. Подсказка. Первое словечко. То, на чем ездят обычно зимой. Сани. 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 На них ездят. Я пешу. А если... Лыжи. Отлично. Теперь мы выбираем однокоренные слова. Лыжня. Однокоренные. Лыжня. Так, чтобы лыжня. Было чуть побольше букв. Лыжня. Лыжня. Согласен. Лыжный. Лыжник ездят в лыжне. Можно лыжник, да? Не можно лыжный. Ради бога. Да? Можно годиться. Лыжница. Да. Отлично. Лыжница. Лыжница. Им. Да. Но давайте разберемся, что у нас здесь получилось с суффиксами. Ну, корень понятен. Лыжа. Здесь суффикс добавился. Нам такие слова знакомы, заканчивающиеся на «ня». А там «ник». «Кухня», правда? «Пашня», «пашня» и так далее. «Ник». Здесь суффикс «ник». Отлично. А потом суффикс «л» и «ц». Здесь суффикс «ник». Скорее «ниц». Да? Помните, «ник» – свой род, «ниц» – это скорее женский. Правда? То есть у нас заодно получилась некая цепочка. Теперь пробуем сами. Что? Очки, это как тут называется? Очко! Очко! Точно! Подсказка будет такая, только одна. Вы можете добавлять дальше. До 8 букв, правда? До 9, пожалуйста. Давайте очко. Я дам только корень. Очки. Очки, ну, скучновато. Нет. Давайте проще. Гора. Так, сами.